Еще одна попытка найти в этом лесу сморчковую шапочку. Последний раз мы здесь были 1 мая. Что это за звуки такие? Сегодня 7 мая. Давно мы здесь не были. Будем искать сегодня шапочку. Ирина Гончарова из Десногорска уже нашла не однажды. Их косит косой, а я даже одного грибочка не нашла. Ну что ж, пойду искать. Красота необыкновенная. Но деревья упавшие здесь есть. Это место не очень красивое. Вообще весь лес цветет и пахнет. Только моих грибов здесь нету, не наблюдается. Мой хозяин даже и не пошел в этот лес. Говорит, мне там делать нечего, грибов там нету. Нынче какой-то не урожай. Ну нет их точно. Если бы даже их случайно кто-то и забрал, тут собирала специально кропотливо. Хоть один бы гриб, да я нашла бы. Хоть один гриб я бы нашла. А так я еще ни одного и не нахожу. Ладно, не будем расстраиваться. Мы ели строчки недавно. Еще они у меня есть немножко, и соседки дала. Так что обойдемся. Пойду под этими деревьями пройду. Их я уже брать не буду. Пусть они растут. Это уже последние мы тут собирали, немножко заморозили для украшения своих блюд. Ну и трутовичков здесь не так уж и много. Зато красивенькие. Вот. И вот. Я за этим сюда приехала? За трутовиками? Пойду искать грибы. Я брать не буду. Пусть они себе живут. А крапивка мне нужна. Я ее беру. Красиво растут. Ну и пусть растут. Им повезло, что я сегодня добрая. Нашла. Грибов я так и не нашла. Своих шапочек. И ладно. Буду поворачивать. Думаю, что теперь уже и не попадутся они мне. Удача! Нашла грибы. Вот такие вот. Вот такие вот грибы. Что же это такое за грибы? Я не знаю. Пластинки коричневые. Целая полянка. Ну что ж, они тоже милые, это грибы. Какие-нибудь энталомы, наверное. Неизвестные. И я думаю, что несъедобные. Косыфы еще есть, то там, то сям. Но с ними много проблем. Их очень сложно чистить. Поэтому я их не хочу брать. Вот. Было много и саркосыв. Нынче и саркосыв здесь не очень много. Так. То там, то сям. Мы, конечно, брали. Но в этих местах я не была. Здесь их не так уж и много. Брать я их не буду. А вот сморчковая шапочка в прошлом году здесь была очень. Ее было много. Сморчковые шапочки в этих местах в прошлом году. Ну вот нынче ни одной. Ну и ладно, пойдем дальше. Они красивые. Поэтому я их все и снимаю. Мне так нравятся. Такие алые. Травы мало на этих бурых листьях. Выделяются красиво. Красивая. Вот она. А это травка снить. Ее тоже в суп хорошо, и в салат сырую можно.
полезное растение, очень да. Селезеночница, но я не знаю ее применения в быту. Пусть живет. Косцифы опять попались. Что ж, а мы уже уходим. В этом году шапочек и не будет, наверное. Может быть, я еще однажды приеду сюда. Но, как Ирина сказала из Десногорска, что сезон уже заканчивается, шапочек этих. Ладно. И старые саркосыфы, в смысле, давно выросшие, большие, но еще есть и маленькие, еще продолжают они расти. О, как хорошо, мы приехали на озеро. Классно. Машинка отсюда уехала, мы сюда заехали, в этот закуток. А там народу, ой, там вообще все места, можно сказать, заняты. Столько народу сегодня на озере. Сильный ветер поднялся здесь. Воды много. Озеро Байкал.